Два человека погибли в авиакатастрофе, которая произошла между селами Полесное и Глубокий Яр Великомихайловского района. Вертолет принадлежал компании «Николай Фаер» и арендовался Одесским линейно-производственным управлением магистральных газопроводов «Прикарпат-Трансгаз». На борту находились двое – 35-летний пилот и пассажир, 46-летний мастер по обслуживанию газопроводов. К-26 выполнял плановый облет газопровода «Ананьев-Измаил». Предварительная причина крушения – отрыв лопасти винта. На месте происшествия работают следователи милиции, сотрудники МЧС.